Севастопольские полицейские пресекли деятельность злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю совместно с коллегами из ГУЭБЭП и ПК МВД России задержали группу лиц, которые пытались осуществить незаконную операцию купли-продажи 5 земельных участков. Полицейским поступила информация о том, что злоумышленники в мае 2015 года выкрали у потерпевшей правоустанавливающие документы на владение земельными участками общей площадью около 10 гектаров земли в городе Алушта. Затем подозреваемые, используя подложную нотариальную доверенность от имени потерпевшей, намеревались нотариально заверить незаконную сделку купли-продажи земли. Действия злоумышленников были пресечены полицейскими в кабинете у нотариуса. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК России. На основании собранных материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК России.